Доброе утро всем, ребяточки! Шикарно у нас солнечный денек, среда, 15 сентября. Сегодня и завтра, в четверг, тоже шикарный солнечный денек. Максимум температура 20-21, бывает там 15-16, когда утром посвежее, но очень классно. Иду на прогулочку, но в то же время запишу, может, одно, может, два, может, даже три видео. У меня такая система: на выходной хоть одно видео. Там и воспоминания, и мои рассуждения, и какие обзоры. Я обзоры делаю вот так, с лицом, показывая лицо, потому что у меня все позитивные обзоры. Если у кого-то какие-то негативные, я не делаю обзоры на негативное какое-то. А все, что хорошее я хочу сказать, я не хочется записать и поделиться. Может, кто-то со мной согласится. Слушала Марину Линдхольм о том, я добавлю видео, кому интересно, кто еще не слышал, как настолько на, о том, что критика — это плохо. Покажу вам, что у меня в моих беленьких. Это у меня беленькая кофта номер 2, потому что, ну, та застирается, видите, такой свежий белый цвет. Very fresh red. Это коврик для моего. Коврики, пакетик для моей записи видео, где я присяду там, как я это говорю, на пенечке, на этом присяду. Ксюша Свирида, моя подружка из Марганца, смогла выбраться с семьей на море с Русланом и с тремя детками. Вот я спрашивала, можно ли упоминать ее Ксюшу. Ну, не буду фамилию, я просто буду говорить Ксюша с Марганца. Она мне там вопрос по стройности задала. Я, кстати, говорю, это классное видео для моего канала. Если кому интересно поделиться какими-то пунктиками, вдруг кому-то поможет. Я же тоже чьи-то пунктики смотрела. Ну, знаю, просто изучала свой организм, что для меня подходит, что мне хорошо для стройности. И также, ну, изучала чей-то опыт. Себе прислушивалась, свой опыт нарабатывала. И я, кому интересно, тоже поделюсь. Кому интересно, опыт стройности. Там еще не растянулась из школьного магазина резиночка. Вот, так же сейчас пойдем на пенечек. Вот я слушала, что критика Марины Линдхольм. И я с ней 100% согласна. Если не спрашивают твоего экспертного мнения, или просто, что ты думаешь, там, не знаешь, не совета, знаете, не совета проси, там, посоветуй мне, потому что каждый всегда все решает в жизни сам за себя. Мы не совета просим, а мы просто, может быть, ну, просто узнать мнение со стороны. Просто вот как ты думаешь, вот я, например, насчет нашего дома и ситуации с Наджелом, там, закончить дом. Я спрашивала у Ксюши, Вики и Кати. Кто еще? Еще одна Ксюша с Криворога, Ксюша с Марганца. Кстати, мы ходили в одну школу, мы одноклассники с Ксюшей. Ксюша, которая живет в Марганце, мы с ней одноклассники с первого класса. Получается, 7 лет. Значит, 42 минус 7. Мы 35 лет дружим с Ксюшей из Марганца. С Катей, сейчас она в Авдеевке, она жила в Донецке. Не помню, сколько лет, но достаточно, может, 6-7 лет жила в Донецке, не знаю, спрошу. С Катей мы дружим с 17 лет. 42 отнимаем 17. Мы все одногодки. 29 лет. С Катей мы дружим 29 лет. Привет, Ксюша, привет, Катя. Ксюша с Криворога, ну, раз в год выходит на связь. Так, дистанционно общаемся. Но я не называю это дружбой, потому что если раз в год, то это я дружба не называю. Это, я так сказать, дальние знакомые, дальние. Дружба для меня — это минимум поговорить с человеком 4 раза в год, минимум. Вот. И то не по 2 минуты, а так нормально выделить время, 20 минут, полчаса, часик. У нас и 2 часа затягивается. То у меня еще Вика у меня появилась, с Криворога учились. Мы были в Испании в отпуске, она у меня появилась. Привет, Вика. Всем привет, девочки. Вспоминаю свою дружбу, да? Появилась она у меня, случайно тоже нашла меня в Инстаграме, но через сестрочку свою, Леру.
И вот мы с 19 года, 3 года с Викой общаемся. Ну, мы в институте знали друг друга в университете. Мне было 20, с 20 моих лет до 23. Кстати, 99 год, 99 год. Это мне было 20 лет. Ну, в общем, да, 23 года. Да, 23 года я закончила. А потом мне 24, получается, исполнилось после того, как я закончила в 2003. Да, но закончила я в 23 года. Да. В июне еще было мне 23, а уже в конце июля 30-го исполнилось 24. Ну и вот, получается, с Викой мы так тесно общаемся, ну так потихоньку начали общаться. А потом, да, интересно нам стало, у нас общие интересы. У нас Нейсон 14 лет, у нее Еве 9 лет, девочке, дочечке. Поэтому мы с ней общаемся. Бывает раз в месяц, бывает раз в 2-3 месяца, бывает, когда как, когда у кого есть время. Договариваемся тоже, что не на 2 минуты, а нормально по-дружески пообщаться. Вот это я называю общением. Вот. Не люблю, кстати, держать в руках, но вроде не дрожит, да, я люблю поставить. И хотела сказать о критике, ну, видео про критику Марины Линдхольм, которую я прослушала, очень согласна. Если мы не спрашиваем экспертного мнения у кого-то, вот что вы думаете по этому поводу? Кстати, Ксюша хотела упомянуть вот такой исторический момент. Ксюша из Марганца сейчас на море в Скадовске с 3 детками, с мужем Русланом. Передаю вам привет, огромное спасибо, она мне выслала 3 видео, я очень за них счастлива, рада. Я говорю, давайте выбирайтесь, у Руслана было 2 недельки, я говорю, давайте. Ну где-то хоть там по Никополю, хоть по Марганцу, хоть по Украине, по Днепропетровской области, по каким-то местам, ну пройдитесь по музеям, ну спланируйте что-нибудь. А то, знаете, так отпуск пролетает, и так жаль, вот это все в огородах, в кастрюльках, в борщиках. И ничего не посмотрел, не увидел, не зарядился этим позитивом. Вот где-то бывает что-то видеть. Вот как я даже сейчас по нашим местам хожу, что-то вижу. Наслаждаюсь выходным. Но когда вот у нас выходные были вместе с Наджелом, то мы ездили на Барри Айленд. Кстати, спросила, почему он называется Айленд, Барри остров. Остров Барри, 40 минут от нас машиной. Ну, конечно, Наджел водитель, потому что руку поменяю. Потому что я далеко не вожу на данный момент, но я планирую развивать себя водительские дальние способности. Вот. И я начала спрашивать, а почему этот остров называется Барри, то есть почему этот Барри, как он и городок Барри, почему он называется остров? Это же не остров, мы же не пересекали там где-то как бы, ну остров это как-то добираться там или через паром, или через воду какую-то, мост какой-то, что-то остров настоящий. Потом он мне сказал, я так смотрела немножко по Википедии, в 1880 году этот остров Барри, то есть это был остров, но потом его соединили с Мейнленд, с Британией, ну с Уэльской землей, соединили. А как соединили, я буду узнавать это все, уточнять. Видите, где что-то то бывает, потом раз, бываешь где-то побывал, сейчас заканчивать 8 минут, где-то побывал, что-то увидел. Потом вопрос появляется, а как, а почему же это остров, ну как бы такой естественный вопрос, получается такая любознательность. И вот как Татьяна Конкина говорит, вот этот гормон допамин, он нами движет вперед, мы любознательные, нас это интересует, мы хотим это узнать. Так мы развиваем, наш мозг напрягается немножко, что-то новое узнаем, познаем, где-то бываем, что-то видим, очень важно выбираться куда-то в интересные места, особенно если отпуск, не просто его просиживать дома, в огородах, да, это все нужно, там, если особенно, это там фермерские такие, ну, именно фермеры без никак, там, засадить помидоры, картошки, все это, овощи такие, все фермерские хозяйства по традиции, это нужно, особенно в Украине, там очень перегружены люди огородами, очень рада, что избавилась от этой жизни такой, напряженно физическая. Я могу себе спокойно зайти купить овощей, фруктов и радоваться. В выходной у меня никакого напряга с этими огородами. Я очень рада этой жизни. Это то, к чему я стремилась, такой жизни. Я и достигла. И достигаю дальше. Вот. Но даже у кого есть огороды, кто очень перегружен. В любых странах СНГ, я считаю, все равно нужно недельку планировать с семьей, выбираться, наслаждаться,
память, чтобы была детям память, что меня где-то возили родители. Мы с мамой только два раза были на море, потом расскажу, я уже, может, рассказывала. Но всем счастливенько, пока. А вообще, еще маленький момент. Начал в понедельник, выходит на работу. Уже работать из дома он не будет. Не, будет, кстати, 3 дня. Понедельник, вторник, среда. Понедельник, я люблю с мизинчика считать. Понедельник, вторник, среду будет Наджел работать из дома. А четверг, то есть на работу ездить. Monday, Tuesday, Wednesday, понедельника по средам. А в четверг у него будет рабочий. Я хотела сказать выходной. Нет. Он будет работать, он же по 4 дня сейчас. Он будет работать четверг из дома, получается. Вот. Ну, также он будет подыскивать. Он говорит, мне сначала нужно бонус ноябрьский получить. Вот так, видите, как планировать, финансовое планирование правильное. Он не хочет уходить, пока получит бонус ноябрьский. А потом, через 2 месяца, ну, в идеале он бы мечтал что-то, замену найти и уйти. Но, он, наверное, не уйдет, пока не найдет замену какую-то, потому что эта компания не очень профессионально себя ведет. Ну, всем счастливенько, люблю, целую. Еще одна часть. Бай-бай.